10 октября в среду на поселке Ливаневского у памятника «Летят журавли» состоялся районный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения города Запорожья от немецко-фашистских захватчиков. Именно на этом священном месте покоятся тела более 1400 военнопленных, расстрелянных нацистами в годы Второй мировой войны. У кожнім місті, кожнім парку сліди історії стоять. З граніту зроблені солдати нам про минуле хочуть розказати. І кожен з них розповідає про ті події, ті роки, коли фашисти роздирали країну нашу на шматки. Торжественними акордами воєнного оркестра ознаменувалось відкриття пам'ятного мероприятия. В митинге приняли участие представители районной администрации, ветераны войны и труда, военнослужащие, депутаты, представители общественных организаций, учащиеся Запорожского учебно-воспитательного комплекса номер 19, лицея «Защитник», жители микрорайонов «Военстрой» и «Ливаневского». Праздник Дня Победы 9 мая и в день освобождения города Запорожья 14 октября. Мы традиционно в этих святых местах, возле мемориальных комплексов, братских могил, проводим такие мероприятия. Сегодня это происходит после нашего мемориального комплекса «Летят журавли». Обновленного, кстати, в прошлом году мы сделали реконструкцию памятника и привели его в нормальное состояние, скажем так. Мероприятия, конечно же, проводятся для того, чтобы вспомнить о наших ветеранах, о тех, кто отдал свою жизнь и ценой своей жизни завоевал победу и сегодняшнюю нашу жизнь, так как мы сегодня можем жить, развиваться, работать. И, конечно же, вспоминаем о тех, кто своим трудом, днем и ночью, не жалея своих сил, восстанавливал город из руин. Для тех, кто ковал победу в тылу. От имени граждан детской и юношеской общественной организации «Республика мечта» Запорожского УВК номер 19 прозвучали слова благодарности в адрес воинов-освободителей города Запорожья. В своих стихах они чествовали победителей, подчеркивали значимость даты 14 октября для всех жителей города Запорожья. Священна память, спадок нам дана, вона вогонь не згасне запалила. Там, де солдатська вирита могила, де громом прокотилася війна. Невладний час війни зітерти слід, і вдячна пам'ять вічно буде жити. Як кров бійця живі палають квіти на тлі печальних мармурових плит. Я в літаку і в танку не горів, в атаках не дивився смерті в очі. Та пам'ять забувати мене не хочу, невтішний в своїм горі матері. З кровавої, жорстокої війни вони самі в своїх і досі виглядають. До пожовтілих знімків припадають, пряде зажура пасмусові. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо торовець на цілі нашої землі. Бо наші воїни пішли нас захищати, та й найцінніше віддали життя свої. Мы не должны допустить, чтобы на нашей земле когда-либо снова орудовали пушки и танки. Таким было общее настроение участников мероприятия. Взволновало собравшихся эмоциональное стихотворение «Мы хотим мира» в исполнении воспитанницы студии сценического мастерства Софии Чебан. Так хочу миру, миру и свободы, бо це для счастья просто головне, щоб дружні ми були усі народи. І хай нас горе й лихо омине. Я хочу миру. Районная власть уделяет должное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, вкладывает колоссальные усилия для сохранения памяти о героическом подвиге старших поколений. Проводится это все для нашего молодого поколения, чтобы дети наши помнили эти даты, знали этих людей, наших ветеранов, ценили их так же, как ценим их мы. И дальше наша жизнь будет продолжаться до тех пор, пока будет жива эта память. Минутой молчания участники мероприятия почтили память павших воинов. В честь защитников Украины был дан салют. Состоялось возложение цветов подножию мемориала.